солнце мое, я... Ну что я могу на это ответить? Я его не видел. Я в нем снимался. Случайно. Случайно? Да нет. Я в нем снимался, я его не видел до сих пор. Долгая его дорога предполагает некое наличие какого-то, скажем так, успеха хотя бы по факту ожидания. Скажите, пожалуйста, картина на фотографии, вы как психолог, вот не могли бы, может, прокомментировать, если вы психотерапевт? Я психотерапевт, тем более. Тем более. Да, такая история, может, вы как-то стали смотреть, прокомментировать. Знаете, если я сейчас буду комментировать кино, которое я не видел, это будет непрофессионально. Меня коллеги не поймут. А с точки зрения, когда вы задаете вопрос о психопатии или этот фильм, вы что имеете в виду? Чтобы мы на одном языке говорили. Там история о маньяке, который нападает. Вы понимаете, для того, чтобы решить, психопат человек или нет, с ним надо пообщаться, его поисследовать, понять его мотивы. И а мотивы всегда есть какие-то. Если эти мотивы с его точки зрения логичны, и он их объясняет, ну, скажем так, достаточно логично, то мнение врача-психотерапевта тоже может измениться, если пациент сможет его убедить. Поэтому я бы не стал ставить диагноз, не видя фильма, не видя человека, не говоря с ним, самое главное. Не говоря с ним, потому что самое главное – это задать вопрос, получить ответ и посмотреть на поведение, на, кстати говоря, не только в бодрствующем состоянии во сне тоже. Ну, там очень много есть специфических, скажем, диагностических моментов. Героиню зовут Майя. Как вы думаете, случайность это или нет? Я думаю, что русские люди очень любят аллюзии и ассоциации. Так что, думаю, не случайно. Что из этого вышло, мы посмотрим. Спасибо. Счастливо. Хорошего вечера. Спасибо. Хорошей премьеры. Да, улыбаться надо. Ну, думаю, нет. Потому что вы знаете, что такое племя майя? Я очень верю в мистическое совпадение, тем более, что вы знаете, что такое балет? Это самая криминальная, вы узнаете последние события, самая криминальная тема. И самая трендовая, самая трендовая. Попали. Вы знаете, я пошучу, но, наверное, нет, можно пошутить. Дело в том, что это фильм вот сейчас абсолютно в тренде. Потому что я считаю, что балет – это самое криминальное, что может быть. Я не знаю, почему у нас, как бы, в нашей стране все время такие случаются вещи. Хотя, если вспомнить мой спектакль «Нежинский», я могу сказать, что это было всегда. Всегда были стекла в планах, всегда иголки. И вообще, балет – это пот, кровь и слезы. А когда еще детектив, я жду. Я думаю, безусловно, одно название «Белый лебедь» был «Черный лебедь», вот теперь «Белый лебедь». Всем хочется света, тепла, белизны. Вот. Это все, друзья, да? Все, да? Спасибо. Все, хорошего вечера. Спасибо. Вы скажите, если бы за вами гнался, преследовал вас маньяк, что бы вы делали? Я бы использовала свою самую классную сигнализацию, это мой голос. Я бы кричала на всю улицу громко-громко. Ну, у меня, кстати, сейчас следует уже несколько маньяков. Надо быть больше. Спасибо. Спасибо. Хорошего вечера. Спасибо, Иван. Моя. Это святая моя миссия. И, честно говоря, мне очень нравится, когда наши фильмы делаются там. А еще если они получают международный прокат, это то, о чем мы мечтали. Олег, уже зависит. Там наши люди в пулемете. Я не знаю, там не было очень долго. Вам сейчас на фильме никто не ушибся, пока спускались, я проконтролировал. А теперь очень волнительный момент. Я должен пригласить человека, который в этом фильме воплотил в себе актерское мастерство,
танцевальный дар и боевые искусства. Ну, наверное, в этом причина, почему меня попросили представить. Я только два из этих качеств в себе воплотил, а тут целых три. Поэтому приглашается виновница торжества Софья Аржаковская. От имени студентов и коллектива хореографического училища имени Лавровского хочу выразить благодарность всем создателям фильма и исполнительнице главной роли Софи, а также поздравить с отличной харизмой, выразить благодарность за все и пожелать большого личного счастья и дальнейших успехов в творческой карьере. Следующие для поздравления приглашаются представители Московского института культуры, актерский факультет. Где же вы? Московского государственного университета культуры и искусств. Мы пока еще только учимся, но мы уже поняли, насколько сложна актерская профессия, как тяжело раскрывать себя, показывать свой талант, особенно в наше время очень сложно удивить. Но, безусловно, вы очень талантливая. И, конечно, благодаря вашей целеустремленности вы добились таких высот, таких невероятных высот и такого успеха. Спасибо вам за это большое. Хотим вас в этот вечер поздравить с премьерой, пожелать вам дальнейших творческих успехов и достижений. Поздравляю. Очень приятно видеть здесь столько замечательных, красивых людей. Мне в жизни очень смотрю на тех людей, которые ставят перед собой цели жизни, задачи, выполняют их, стремятся к ним успешно, проявляют дух бойца, являются примером для молодого поколения, которое, можно сказать, стало примером для нас, Софья Аржаковская, своим трудолюбием, с устремленностью. Мы желаем вам, Софья, талантливой, красивой женщине в этой жизни, других больших творческих побед. Также желаем совершенствовать себя и преодолевать все трудности в этой жизни с улыбкой. Мы хотим сейчас вручить эти скромные букеты от Федерации Восточного Боевого Единоборства с любовью и благодарностью за популяризацию восточных боевых единоборств. Потому что благодаря этой красивой девушке очень много ребят придут заниматься в секции и будут совершенствоваться. Это для нас очень большое счастье, что все-таки у нас есть такие люди замечательные. Спасибо большое.